Всем привет, дорогие друзья! Сегодня отмечается День России, 12 июня. Судаки организовали крутой концерт. Сейчас я вам немного поснимаю. Я только пришел с работы, особо нет настроения снимать. Но для вас все, что захотите. Пойдемте снимать. А Ростова с самыми песни и танцами еще. Что ж ты, Роза? А здесь люди купаются, им все равно. Концерт, не концерт. День России, не день России. Отдыхают. Основная аудитория там наверху собралась. Давайте, что ли, к морю подойдем. Мы гордимся своей страной, своим городом. Море уже теплое, прогрелось. Так что можно спокойно приезжать и купаться. Пойдем так к бананистам. Здесь можно проходить, нельзя? Ну, пойдем. Сейчас снимем что-нибудь там интересное, может быть. Здесь находится спасательный пост. Раньше не было здесь, так что мы в безопасности. А что дает
только молчи. Реклама Coming Tour. С вас катание на банане одно. Два. Друзья, люди. Билетики. В общем, приходите сюда кататься на банане. Мы идем дальше. Еще в такой обуви неудобной. Мне песок попадает, нужно аккуратно идти, ноги проваливаются. Вот катамараны здесь, что они огромные просто. Такая лужа, короче, это не айс. Когда ее уберут? Это же вечер, друзья, поэтому людей сейчас на пляже особо немного. А днем здесь просто усеяно людьми, негде сесть. Я всем покажу, сколько на набережной уже народа. Те, кто говорит, что в Крыму нет людей. Смотрим. Ой, там что-то интересненькое. Пойдемте глянем туда. Будем снимать набережную. Эти кослик. Бедный. Нет, Толь, пойдем, ты обещала бабушке на голову. Пока, золотой, пока. До свидания. Вот здесь, значит, народ собрался. Смотрим, их рисует портрет. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, Андрей Румянцев. В этом году Андрей Румянцев. Нет его в этом году? Да. А что не здесь? Здесь не разрешили? Договорились так? Хорошо, спасибо. Какие друзья картины, смотрите. А то с Максимом сразу нашли компромисс. Ну, как здесь фотосессии в Крыму. Это... В общем, друзья, народу много уже. Она, по-моему, последняя. Да. Так это свой? Да. Своя ручная работа. Да.
Ну что вы покажите мне, что я вам отвечу. Гранат. Гранат можно сделать. Просто такие большие вещи дети не сделают. Это большое количество глины. Это бессмысленно. Давайте посмотрим самолепку. Видели? Вот мальчик делал лет 10. Сейчас снять на секундочку. Сейчас мы подрежем. Сейчас мы оттащим горлышко. Два дня сушатся и сутки ожидают. Хендмейд. Ручная работа. Мне кажется, Дима, наверное, поворачивает. Сейчас вот так. Ладно, друзья, возвращаемся обратно к сцене, посмотрим немного концерта. Очередь за сладкой ватой. Все ждут сладкую вату. Пойдемся на пляж посмотрим. Привет. Вот, друзья, кафе «Эклер». В нем самый вкусный кофе с миндальным орехом. Советую всем. Вот здесь. Запомните это название. Кафе «Эклер». Заказывайте кофе, или как он называется, с миндальным орехом. Очень вкусно. Thank you.
Ой, головоломки. Спасибо, Салия. Я подумал, чем дальше, тем жарче просто-напросто. Россия – самая большая страна в мире. Она расположена сразу на двух материках – в Европе и Азии. Только в ней есть полярный пояс, тундра, тайга и тропики. В нашей стране живет очень много народности, и у каждого из них есть культура, обычаи и обряды. Но всех их объединяет любовь к одной большой стране – России. На сцене вновь образцовый ансамбль песни и танца «Мелевше», крымско-татарский танец «Кызык Чыклар». В общем, друзья, заканчивается память на флеш-карте. Я с вами буду прощаться. Не забываем поставить лайк под видео. Теперь уже можно даже подписаться на мой канал. Даже 150 подписчиков. Ждем 1000. В общем, вот такой сегодня судак. 12 июня 2018 года, в День России. Кстати, всех поздравляю с этим праздником. Вот. Все, спасибо за просмотр. Пока.